Всем большой привет! Рад видеть вас у себя на канале. Меня зовут Лена, и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим про второй отчет проекта Project Pen «Добивашки», который я начала с начала января 2023 года. И давайте посмотрим, каких результатов и прогрессов я добилась за оставшиеся 2 месяца. Это получается март и апрель. Всем, кому интересна данная тема видео, я приглашаю вас к просмотру. Чаек, кофеек, вкусняшки, будьте как дома. И мы начинаем. На, так сказать, момент первого отчета я ввела некоторые продукты, точнее сказать, парфюмы, которых у меня не было на начало проекта, а слова совсем, но я поняла, что я парфюмами пользуюсь, и какую-то часть из моей коллекции парфюмов, в том числе, которых я приравниваю к домашним парфюмам, да, я бы хотела вывести. И первым парфюмом был у меня парфюм вот такой вот. Я не знаю, как он правильно читается. Давайте вам покажу ноты этого парфюма. Так, вот такой вот парфюмчик. Его на начало проекта было немного. Приятный такой аромат имел. На начало введения в проект, после первого отчета, вернее, на первый отчет его было вот так. И он у меня полностью закончился. То есть все. Очень такой приятный, свежий, сладковатый аромат. Мне очень он нравился. С огромным удовольствием, как домашний аромат, я его использовала. И это первая пустышка. Дальше. Дальше я добавила вот такой парфюм. Это Versailles Crystal. На начало введения в проект его было вот так. Сейчас отметочка будет вот здесь. Это такой уже... Вот схожий с первым ароматом, тоже такой сладковатый, цветочный, вот, с легкой ноткой свежести. И я думаю, что это первый кандидат в пустышке на следующий отчет. Еще один парфюм я ввела — аромат любви, это зеленая версия. Это уже такой более зеленый, свежий, такой лимонно, как сказать, лимонно... В общем, у нас, знаете, что-то типа зеленого чая, лимона, вот что-то такое зеленое, свежее. И на начало введения в проект его было вот так, сейчас его вот так. И это тоже полное, так сказать, ну, в общем, законная кандидатка в следующей пустышке. Вот. Забыла, как правильно сказать. И... Так как у меня закончился один аромат, я бы хотела добавить еще 2 аромата, которые мне очень нравятся, которые как домашние парфюмчики уходят у меня очень хорошо. Хочу добавить вот такой вот аромат. Это из вот первой серии, которая Crystal. Только здесь у меня Versailles Imperial. Вот такой вот. Более, наверное, подробно я на парфюмах остановлюсь, когда буду делать следующий отчет. Немножко поговорим. И хочу добавить еще один парфюм. Он уже такой больше, знаете, морской, водный, свежий, с ноткой мужского какого-то такого вот парфюма. Здесь его на начало введения во второй отчет вот так. И будем смотреть за результатами уже в следующем отчете. 2 парфюма я, соответственно, добавила. Что касается парфюмов, это все. И переходим уже непосредственно к продуктам декоративным.
для лица, для глаз, для губ и так далее. Итак, начну я с базы под, вернее, с основы под макияж. У меня их было две, но я вам покажу только одну, потому что во второй базе у меня, вернее, основе прогресса никакого просто нет. Это вот такая вот основа от компании L'Etoile. Она силиконистая. На начало введения в проект ее было вот так, сейчас ее вот так. Я чего-то супер вау от этого продукта не заметила. Я вообще не вижу смысла в основах под макияж. Как бы для меня они что есть, что нет. Использую, да, как бы уходят хорошо, но какого-то конкретного результата от них просто на своем лице я чисто вот, ну, не вижу. Поэтому я их сейчас активно вывожу и особо покупать больше не планирую. Ну, не вижу я смысла там, не знаю. Поэтому добью продукт и больше повторять покупать не буду. Силиконистая основа. Не очень приятная такая, как бы выдавливается такими, ну, я вам покажу просто, чтобы вот вы видели, да, выдавливается какими-то вот такими вот, простите за выражение, какашками мелкими, ну, не знаю, как еще правильно сказать, вот, с лица это может все просто убежать, то есть вот, надо хорошенечко растереть. Да, возможно, он сглаживает немного поры, но у меня от силиконовых праймеров очень сильно жирнится кожа и закупоривает кожу поры. Поэтому поры у меня достаточно такие немаленькие. Вот. Не знаю. Добью. Надеюсь, к следующему отчету. И как бы про нее я забуду. Ну, я просто не вижу, правда, смысла в этих праймерах и основах. Следующий продукт. У меня, кстати, два продукта, две основы под макияж, они силиконистые. Поэтому хочу их просто вывести и все. Значит, две основы как остаются, как были, так, в общем, как были две, так и остаются. Все. Блески, бальзамы для губ у меня было три штуки. Первый это вот такой вот от Essence в номере, по-моему, в каком. Тут уже все номера просто стерлись, я уже не подскажу. Как было его, так и есть. Я им пользовалась, но не прям активно. Давайте сейчас вам покажу, почему. Он такой достаточно яркий, но у него есть свойство затекать в складки, в морщинки, просто все подчеркивать, скатывает. Он очень сильно скатывается, проваливается. Я его наношу и прихлопываю пальчиком, поэтому как бы здесь особо результата нет, но я им пользовалась. То есть вот видно, да, что он провалился просто в морщины и все подчеркнул. И такими, как вот какими-то кусками такими вот лежит на руке. Это вот единственный его минус, которым он обладает. Следующий продукт это от Lavelle. А вот такой вот в оттенке 68. Здесь у меня он стерся, но я просто помню номер. Вот. Тоже по такая же причина скатывается в середине слизистой. То есть он стекает к середине слизистой губ и начинает просто скатываться. Но если распределить его в тонкий слой, он будет как масло на губах, будет хорошо ухаживать за губками. Пользовалась. По весу он уменьшается. Отследить результат, конечно, там, но никак нельзя. Вот такой вот продукт. И тоже видно, что он, как бы, вот видите, собирается немного. И следующий продукт. Это вот такой вот блеск от Marilyn.
Я его отмечала вот так, но сейчас его почему-то вот так. Возможно, он как-то сверху еще стек. Так что пока давайте будем ориентироваться так. На вот эту вот отметку, потому что сейчас его вот так. Хотя смотришь на просвет, его вот так. В общем, не знаю, как правильно его отмечать. Блеск неплохой. Я вынула отсюда стопер. Я не буду делать свотч, потому что я вынула стопер. А, так как уже продукт, вот видите, минус. Минус уборки ограничителя, так сказать, вытаскивания ограничителя, что потом это все начинает вот выходить за пределы, так сказать, да, ну то есть вот получается его вот так вот. Я сделала сводч, вот такой вот он. Мне как блеск на губах, он нравится красиво, но почему-то мне захотелось его вот использовать именно как такой продукт перед нанесением, так сказать, основного, да, уже продукта на губы, с которым я буду ходить уже весь день. Вот такие вот три блеска. Я ими пользуюсь на постоянной основе. В моменты, когда я делаю макияж, то есть перед нанесением макияжа я наношу на губы, губы напитываются, приводятся в порядок, и потом я в конце, перед нанесением уже основного блеска или помады, я стираю. И хочу добавить в продукт вот такой вот бальзам для губ. Это у меня марка Северина Кис с апельсином. Его осталось немного, очень классный продукт, очень здорово напитывает губы. Вот так его на начало введения в проект. Естественно, фото я сделаю, и потом будем с вами смотреть уже за результатами. Поэтому это вводится у меня в проект. То есть получается, что в проекте у меня участвует сейчас 3 блеска и один бальзам, получается уже 4 штучки. Дальше гель для бровей. У меня участвует 1 штучка. И было геля вот так. И стало его вот так. То есть неплохо он расходуется. У него на самом деле расход очень большой, даже при том, что я его немного подснимаю об крышку, потому что продукта набирается много. Но сам продукт мне нравится. Это Stellary. Классно фиксирует, классно держит. Я продуктом довольна. Повторяю уже не первый раз, и, наверное, я на нем так и останусь. Знаю, что многие разочарованы этим продуктом. Но я вот пока ему верна. Так, дальше. Помадка для бровей у меня также участвует в проекте. Что касается по бровям, это у меня Анастасия Беверли Хиллз. Оригинальная помадка, мне ее дарила Светочка. Оттенок у меня soft brown, немного он, ну как сказать, немного, он мне рыжеватый. Фото я вставлю на начало проекта. Вот. И здесь, в принципе, результат есть, я им пользуюсь, активно пользуюсь, сильно много не наношу, поэтому... Возможно, не такой прям уж большой прогресс, но он потихонечку есть. С большим удовольствием пользуюсь данной помадкой. Буду продолжать ей пользоваться. И хочу добавить в проект еще один продукт для бровей. Это тени от марки Fleur. Трешечка. У меня в оттенке в каком... Третьем, по-моему. Это, по-моему, третий оттенок. Здесь уже стерлась. У меня здесь сломалась крышка. Она у меня упала. И
Здесь вот такой вот продукт, светлый, более потемнее и более темный. И когда я вот эти вот продукты наношу поверх вот данной помадки, то смотрится это не так рыже, не так броско. Давайте сделаю свотчи. Фото я сделала. В данном конкретном случае у меня будет участвовать вот этот вот оттеночек теней для бровей. Очень классная палетка. Я с огромным удовольствием ей пользуюсь. И с большим удовольствием я бы повторила ее еще раз. Она продается на Вайлдберрисе. Я их, кстати, недавно видела. Вот, так что ввожу я эту палеточку. Буду добивать один оттенок из палетки. Давайте покажу свотч. Так, фокус. Это светленький. Потемнее. И темнее. Вот. Такие вот оттеночки. Мне они нравятся. На бровях они... С этими продуктами работать очень-очень быстро. Они очень хорошо отдают пигмент. И, в общем, все получается здорово, легко и быстро. Поэтому с огромным удовольствием пользуюсь и ввожу в проект. То есть, получается, у меня теперь для бровей, если имеется в виду для рисования бровей, то два продукта. Так. Дальше база под тени. У меня их участвует, получается, 4 штучки. Значит, первая у меня вот такая вот однушка от марки Color Tattoo, вернее, не марка Maybelline. Марка Maybelline серии Color Tattoo в 45-м оттенке Infinity White. Я фото вставлю на начало проекта, как у меня это этот продукт выглядел. Заметно он убавился, как база отлично работает. Хорошо держит тени. Вот, мне нравится. И осталось немножко, думаю, что может быть смогу добиться 2 месяца. Следующий продукт вот такой вот. Это база из палетки Ruby Rose теней. Также я прикреплю фотографию на начало введения в проект. Хорошо тоже убавился продукт. Очень мне нравится эта база. Тени лежат отлично. Все держится замечательно, с огромным удовольствием буду пользоваться, продолжать дальше. Дальше я ввела вот такую вот малышку, тоже это, как я понимаю, марка Литуаль. Я пыталась найти ее на сайте, нашла, но немножко другую. Возможно, это праймер для век, возможно, это она и есть, но оформление другое. Очень мне нравится эта база. Она мне чем-то напоминает базу от марки Art Deco. Такой как бы в шайбочке, да, в коробочке черной. Очень классная. Она такая липкая. И очень классно держит тени. Очень. Я безумно ей осталась довольна. То есть вот, да, видно, что палец прилипает. И я прямо с огромным удовольствием ей пользуюсь. Много ее не нужно выдавливать. Маленький, такой вот, как сказать, маленький кусочек, да. И хорошо разносится по веку. Буду продолжать пользоваться. Я не тороплюсь ее использовать, поэтому... Мне даже в какой-то момент ее жалко. И еще одна тенюшка в качестве
базы под тени. Это вот такая вот от марки Энси или Энси Хамелеон. У меня в оттенке Цефиус, наверное, читается это так. Фото я вам прикреплю на начало введения в проект данной однушки. Тоже результат заметен. Как самостоятельный продукт не использую, очень сильно скатываются тени. Как база под тени, все хорошо работает. Да, может подскататься, но, например, если я наношу на ту же вот самую липкую базу от Литуаль, то все держится замечательно и достаточно долго, без каких-либо скатываний. Так, давайте, наверное, я попробую. Так, фокус. Нанести на вот эту базу. Я наношу в тонкий слой, потому что если нанести в плотный слой, да, она будет скатываться. Такая вот она. Да, хромистая, из зеленого в бордовый, такой коричневый какой-то оттенок уходит. Не знаю, вам видно, что не видно. Но однушка реально как база под тень мне очень-очень нравится. Поэтому в таком, в принципе, вот контексте я ее и буду допользовать. Итого у меня один кандидат пока в пустышке намечается. А дальше как пойдет, посмотрим. Пока что баз под тени больше никаких у меня нет и не намечается. Так, бежим дальше. Дальше у меня идут тени для век. И давайте я, наверное, начну с самой большой моей палетки, которая у меня участвует в моем проекте. Это вот такая вот с AliExpress. Когда-то я заказывала. Здесь в ней три яруса. И давайте посмотрим каждый ярус немного поподробнее. Все фото я буду прикреплять, которые у меня имеются, и будем смотреть результаты. Итак, первая палетка из, вернее, первый ярус, первая большая палетка из данного, как сказать, ну не знаю, в общем. Короче, первая палетка, ладно. Значит, здесь у меня участвует вот этот вот синенький оттенок. Я его хорошо попользовала в первом отчете, и потом как-то я его использовала буквально один раз. Здесь результата нет, поэтому фото вставлять я не буду. Второй оттенок у меня участвует вот этот вот рыженький. Я фото прикреплю на начало проекта. Очень хорошие результаты будут в этом продукте, то есть я им пользуюсь в этом оттеночке, нравится. Следующий у меня участвует вот этот вот, вот эта тенюшка. Также я фото вам вставлю на начало проекта. Пользовалась не часто, но пользовалась. Результат здесь, пускай небольшой, но он есть. Также я ввела на, по-моему, в первом отчете я ввела вот этот вот оттенок желтенький в проект. Также я вам фото прикреплю данного продукта. Тоже небольшие результаты есть. И пока что это все. И хочу добавить я вот эту вот однушку зелененькую. Я не знаю, наверное, не получится у меня сделать сводч, да. И хочу вот этот вот продукт тоже ввести в проект. Вот эту вот однушечку. Вернее, вот этот вот оттенок такой золотистый зеленый. И получается у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6
тенюшечек получается 6, а вот таких вот маленьких однушечек будет участвовать в данном рефиле, в данном сете. Этот пока я не беру, он у меня пока что вне использования. В общем, здесь результаты свои есть. Следующий ярус из палетки, это вот такой вот. Здесь у меня участвуют два оттенка. Первый это вот такой сиреневый. Вставлю я фото, прикреплю на начало введения в проект. Хороший здесь результат. И вот этот вот с блестками. Также я прикреплю фото на начало введения в проект. И оттенок очень хорошо у меня тоже поиспользовался. И увидела я донышко вот в этом красивом сиреневом оттенке. Маленькое донышко сверкнуло, но пока в проект я его не ввожу. Так что результатами этого яруса я тоже довольна. И последний ярус из большой этой палетки. Здесь я ввела, вернее, был у меня вот этот вот. Вот это была однушка, тенюшка. Я вставлю фото на начало проекта. И здесь у меня результаты прогресса есть. Вот. Следующий продукт, следующую тенюшку я ввела вот эту вот коричневую с блестками. Также я прикреплю фото данного продукта, данной тенюшки. Тоже результат заметен. Ввела я вот эту вот однушечку. Вернее, тенюшечку рыженькую. Тоже фото я вставлю. И хочу ввести вот этот вот рыженький, темненький. То есть светленький. И хочу теперь ввести рыженький оттенок в проект. И будем следить за результатами. То есть данной большой палеткой и результатами по ней я осталась довольна. Я хочу подналечь на вот этот и вот этот вот оттенок, но, наверное, этот оттенок мне закончить все-таки, наверное, будет быстрее, чем вот этот. Но хочу подналечь на вот этот и закончить. И также подналечь на вот этот вот. А там дальше как пойдет, посмотрим, не знаю. Но тенюшки у меня расходуются довольно-таки неплохо. Палеточку ставим назад, потому что она большая. Так, забыла я вам показать лаки для ногтей. Вон, что я еще ввела в проект, так это лаки. Значит, лак у меня от Жан Мишель. У меня его было вот так. Я его неплохо поиспользовала, но так как я его разбавляла, он у меня, по сути, остался на этой же метке. Но если я на него подналягу, он у меня закончится. Это кандидат в пустышке на следующий отчет. Прогресс есть. Дальше от Nail Look. Вот такой вот. 506-03. У меня была меточка здесь. Также она и осталась, потому что его на самом деле было вот так. Но я его разводила, опять-таки, средством для разбавления лака. И он, естественно, лак, короче, поднялся до той метки, до которой я отмечала. И тоже буду стараться его закончить. Не знаю, уж удастся или нет, но буду стараться я это сделать. Давайте вот так вот поставлю. Следующий лак это вот этот вот оранжевый. По-моему, я им не особо пользовалась. Может быть, один раз использовала и как-то особо результатов нету.
Вот. Его осталось немножко. Тоже, если вот налечь, это будет кандидат в пустышки. А то, что у меня закончилось, это вот это вот. Вот этот лак от L'Oréal. Его было вот так, и все, он у меня закончился. Оттенок какой был? 758. Классный голубой лак, но очень сильно полосил, плешивил. Приходилось наносить в 2, в 3, а то и в 4 слоя. Но я его использовала, и это моя вторая законная пустышка. Следующая пустышка — это красный лак от марки Stax. Очень красивый был такой яркий, насыщенный оттенок, красивый. И тоже он у меня закончился. Пустышка. Результат в лаке Jean-Michel. Вот такой вот. Меточка была вот здесь, и вот так немножко поиспользовала. Результат есть, также буду продолжать пользоваться данным продуктом. Следующий кандидат в пустышке — Нинель. Вот такой вот лак зеленый, очень красивый на ногтях. Его осталось вот так вот. Я его, конечно же, разбавляла, ну то есть вот так вот его осталось чуть-чуть. Это с учетом того, что я его разбавляла. В номере 125, и это тоже кандидат в полнозаконные пустышки. Если можно так назвать. Давайте я, наверное, буду ставить вот сюда. Пустышка. Лак Пупа. Вот он у меня на ноготочке. Вот он у меня. И было его вот так, потом вот так, и все. И я его доиспользовала. Это четвертая пустышка. Следующий лак, в котором прогресса не особо видно, я им пользовалась. Это опять-таки Пупа. Вот такой вот. Ну тут прям чуть-чуть ушло, но я уже отмечать не стала, друг на друга лепить. В номере... наверное, 400. Очень красивый такой глубокий сиреневый оттенок на ногтях. Смотрится очень выигрышно. Кандидат в пустышке — это Classics. Вот такой вот оранжевый. Я их использую вместе с зеленым. И смотрится очень-очень здорово. Тоже вот так вот было, вот так его стало. Прогресс есть, и меня это устраивает. Так. И хочу вместо трех закончившихся добавить два лака. Первый лак — это вот такой вот черный от Maybelline серии Colorama. Его вот так вот. С такой, знаете, такой графитовый черный, я бы сказала, с таким серебряными как бы вкраплениями, да. 290 номер, очень-очень красиво смотрится на ногтях, просто шикарный лак. Добавляю, с большим удовольствием буду им пользоваться. И еще добавляю один лак, это чисто такие мелкие красивые блестки. Вот меточку я поставила. Это серия Zubastus. Я не знаю, есть ли сейчас эти лаки. Вот такие вот блесточки. Они легко стираются и с ними легко работать. Вот сейчас на ноготочке, например, вот. Вон у меня, они у меня имеются. Очень такие мелкие, красивые, приятные блесточки. Так, еще что по теням, давайте смотреть. Началась, как бы говорится, с теней, да, вернее, продолжила. И закончила лаками для ногтей. Ну, как всегда. Значит, у меня участвует в
проекте вот такая вот палетка. Это когда-то заказывала сайт AliExpress. Палетка матовых оттенков с матовыми оттенками. Классная палетка, с огромным удовольствием ей пользуюсь. Здесь у меня участвует вот этот голубой оттенок, но здесь результата как такового нет, я им не пользовалась, поэтому фото вставлять смысла не вижу. Я вставлю фото вот этого оттеночка. Давайте я покажу, наверное, его вот так. Здесь у меня ушел вот этот вот краешек. Осталось немножко, и я хочу его доиспользовать. То есть вот так. Потом у меня участвует, по-моему, вот этот вот рыженький. Точно я сейчас не помню, уже подзабыла. Вставлю фото вот этого розового оттенка. Он у меня тоже хорошо подиспользовался. Вставлю фото зеленого оттеночка. Тоже я им пользовалась. Не активно, но использовала. Вставлю фото бордового вот этого оттенка. Также я его ввела в проект. И вставлю фото желтого вот этого оттенка. Давай сначала вам покажу вот так. Так. И здесь у меня ушло его вот сверху. Если видно будет, давайте, может быть, вот так покажу. То есть у меня ушло его наверху. Нет, наверное, так не видно будет. Вот, если увидите, то у меня верхушечка подстесалась. Вот. Пока что на данный период, здесь у меня еще есть донышко здесь, здесь и здесь. Но пока я их вводить не хочу в проект. Вот этот оранжевый я не помню, в проекте, не в проекте, но... А главное, что есть результаты. Раз, два, три, четыре, пять. И здесь у меня закончить вот этот оттенок подналечный, вот этот. Так что результаты здесь есть. Следующая палетка. У меня кошелечек. Я вам вставлю фото вот этого оттенка. Так. У меня он хорошо подубавился. Зеленый оттенок у меня хорошо ушел. Также я вам фото вставлю. И сиреневым тоже я пользовалась. Также вставлю фотографию. Ввела я также в проект вот этот оттенок, но я им не пользовалась. Поэтому у меня стоит задача добить вот этот зеленый оттенок. Вот эти два поубавить, ну и этот тоже убавить, а этот закончить. Результаты хорошие, меня они радуют. Так, давайте немножко отъедем. Что ли? А, все. Так, дальше. Палетка, в которую я просто влюбилась и нашла такую же на Озоне, буду ее повторять, заказывать повторно. Это марка Pop Fill. А здесь у меня участвует вот этот вот рыженький оттенок. Я вставлю фото, потому что хорошо я его поиспользовала. Давай так вот поставлю руку, чтобы не фокусировалась на лишних предметах. Следующее, вот эта вот тенюшка тоже у меня очень хорошо она поубавилась. Хорошо я ей попользовалась. Также вот эта тень у меня добавилась в проект. Фото я также прикреплю. И хочу добавить вот эти два оттенка. Сиреневый, вот этот вот такой трубниковый и такой вот коричнево-молочный, что ли, какой-то, не знаю, коричнево-бежевый.
В общем, у меня палетка. Здесь у меня стоит задача поубавить и поубавить. То есть пока здесь в плане до использования оттенков нет. Но если удастся что-то за 2 месяца какой-то оттенок использовать, я буду безумно рада. Следующая палетка. У меня участвует вот эта моя старушка, вся сломанная, разломанная. Здесь у меня участвует вот этот вот золотистый оттенок. Также фото я прикреплю на начало проекта. Хорошо он у меня уходит, хорошо он у меня подстесался, подтерся. И вот этот вот розовенький такой дуохромный оттенок из белого в розовый. Также я фото прикреплю данного продукта. И здесь у меня вот тут вот ушло сверху. Верхушечка тоже подстесалась, если будет видно. И хочу добавить я вот этот вот оттенок сиреневый в проект. Хочется мне им пользоваться. Поэтому также в палетке результаты есть. Буду продолжать ее использовать. Следующая палетка, которая участвует у меня, это марка Dodo Girl. Конкретно здесь участвуют 2 оттенка. Это вот этот зеленый. Я вставлю фото на начало проекта. Я им пользуюсь не часто, но время от времени я прибегаю к данному оттенку. Фото вставлю. И ввела я вот этот беленький оттеночек на начало первого отчета, вернее, в первом отчете. Также я вставлю фото, и вы посмотрите, какой здесь результат. И хочу ввести вот этот вот оттенок коричневого. Буду им тоже пользоваться. Давайте я сделаю его сводчик. И у меня... Увидела я донышко вот в этом, вот видите, сверкает коричневым оттенке. Давайте сделаю тоже сводч, но пока в проект не ввожу. Такой рыженький. Активно пользуюсь вот этим оттеночком, но их тоже пока в проект не собираюсь вводить. Вот 3 продукта у меня будут участвовать из этой палетки. Давайте вот так сделаю сводч и вот так. Рыженький. Такие 2 оттеночка. Я считаю, что пока тенюшки у меня уходят неплохо, ими нужно пользоваться. Следующее, что я ввела, это вот эту палетку с вот этими 2 оттеночками. Фото этих оттенков я прикреплю на начало введения в проект. Результаты здесь тоже свои небольшие, но они имеются. Вот такая палетка. Буду ей пользоваться, продолжать дальше. Так, дальше у меня участвует палетка марки Ruby Rose, моя тоже старушка. И здесь участвует вот этот вот оттенок сердечко. Фото я прикреплю. У меня он очень хорошо использованный. Пошел в использование. И по фото будет, я думаю, хорошо заметно. Буду продолжать им пользоваться дальше. Так, давайте, наверное, я как-то покомпактнее все это буду складывать, потому что продуктов еще немало показывать.
Еще что из теней я ввела в проект, это была вот такая вот палеточка от марки Ruby Rose. В данном случае вот этот оттенок и вот этот оттенок. Вставлю фото вот этого оттеночка. Поиспользовала, поубавила. Он очень красивый. И покажу вам также свотчи тех оттенков, которые меня просто покорили. Так сказать, в самое сердечко мне залетели. Давайте вот этот оттенок покажу. Покажу только этот оттенок, потому что я им пользовалась. Вот он дуохромит, такой розовенький. Не знаю, будет вам на камере видно, нет. Вот. Красивый оттенок. Вот этим я не пользовалась. Влюбилась я вот в этот оттенок. Вот в этот оттенок. И вот в этот оттенок. На глазах смотрится просто шикарно. Но буду продолжать пользоваться теми оттенками, которые я добавила в проект. Так, фокус, давайте вам вот здесь вот покажу. Это вот такой вот оттенок. Текстура просто невероятная, масляная или маслянистая. Такой вот оттенок с блестками. Очень красиво смотрится. Мелкие-мелкие блестки. А вот этот, это просто шикарно. Это такое розовое золото. Нереально розовое золото. Вернее, нереальное. С вот этим вот оттенком. Просто шикарно. А сиреневый. С этими. Смотрится просто невероятно. Обожаю эту палетку. Не пожалела, что заказала. Если будете заказывать, то лучше заказывайте на Озоне. Потому что с Wildberries мне она пришла разбитая. Но палетка стоящая. Правда говорю, стоящая. В центре это глиттер. Я ими пользуюсь крайне редко. Но один раз я пользовалась. И мне результат очень даже понравился. Так. Еще что по теням я хочу добавить, а хочу я добавить в плане теней из сухих текстур, имеется в виду палетка Angelica World, это мне дарила моя подружка. Вот такая вот палетка с такими тоже оттенки все маслянистые, шикарные. И здесь у меня вот этот вот оттеночек, я хочу его доиспользовать. Вот беленький просто обычный оттенок, его вот осталось вот просто по краям размазанным. Сводч не сделаю, к сожалению, но оттенок красивый, такое как бы влажное такое сияние придает, поэтому ввожу в проект, фото сделаю. И хочу еще ввести одну однушку. Это марка Victoria Shu в номере, ну сейчас, по-моему, уже таких нет, наверное, 538. Зеленый оттенок. Сам по себе он не, это никакая однушка. Так-то красивый. И вот такой здесь уже прогресс, результат. И я хочу ее использовать. К ней у меня очень тянется руки. Рука, кисточка. Я ее использую на карандаш, именно эту однушку, потому что как самостоятельная она, ну, никакая вот, серая и серая. Чтобы добиться именно зеленого цвета, вытащить из нее зеленый цвет, нужна зеленая какая-то подложка. Либо это карандаш, либо это какие-то зеленые тени, подложка из зеленых теней, тогда это работает. Поэтому ввожу в проект, также фото все прикреплю, сделаю
и потом уже будем смотреть. И еще из таких сухих продуктов у меня участвует вот эта вот однушка от Triumph Cosmetics, которая у меня когда-то разбилась в 13 оттенке. Я прикреплю фото на начало проекта, вернее, введение в проект. И здесь у меня хороший прогресс. Я вот это вот, вот эту часть я использовала. Такой красивый серо-серебристый оттенок с блестками. Очень красивый. С огромным удовольствием стрелочки рисую. Мне безумно нравится. Ну, то есть, если вот так вот смотреть, да, то как бы этот более темный, этот светлее, да. И здесь зелени не видно. Поэтому вот лучше на какую-то подложку, либо карандаш, если у вас есть такие тени. Так. Из кремовых теней у меня участвует вот такая вот от Lime Crime. Вот так вот я ее поиспользовала. Классная тенюшка, очень красиво. А на ней смотрятся пигменты. Я покажу, какой пигмент поверх этой однушки я использовала. Сейчас я вот сводчик сделаю. Конечно, уже плохо набирается, к сожалению. Еще и подсох. Ну, давайте так оставлю. Я его, конечно же, добью. Это был подарок, тем более Lime Crime. Я не буду его, естественно, выкидывать. Я его использую. Поверх вот этой вот однушки я использовала вот этот пигмент от Pudair, не знаю, как правильно читается. У меня в оттенке S704 Rebel чего-то там. Не вижу. А, Rebel Girl. Это такой невероятный, потрясающий дохром. У меня девочки в Телеграме спрашивали, что у меня было на глазах. И я забыла сделать сводчий пигмента этого. Вот, давайте я вам сейчас его сделаю. Он невероятный. Я его заказывала на сайте Казань Экспресс. И... То есть поверх вот этого я наносила вот этот пигмент. Как же он искрится красиво на солнышке. Какой же это просто невероятный блеск. Вот. Давайте попробуем сейчас с фонариком посветить, потому что это, конечно, при электрическом... Ну и даже не при электрическом, на солнышке это смотрит. Ну нет, нет. К сожалению, сейчас особо видно не будет. Вот, в расфокусе, если показать. Так, вот эти блестки поверх именно вот этого... оттеночка теней. Это все блестит и сияет, а на солнце это какая-то просто шикарная красота. Кому нужна ссылочка на данный продукт, напишите, пожалуйста, в комментариях, я вам оставлю. Это такой коричневый, зелено-золотистый, вернее, золотисто-желтый какой-то дуохром, триохром, я не знаю. В общем, это очень красиво. Поверх именно вот этих вот тенюшек. Вот, ну можно видеть, да, как сияет, сверкает, в общем. Это просто... Что-то нереально красивое. Я с таким удовольствием использовала это дуо. И
Мейки получались просто очень-очень красивые. Шикарные, я бы сказала. Так, дальше давайте по... Давайте еще покажу по глазам, что я возьму. Я хочу взять две подводки, ввести в проект. Они у меня лежат. И как-то одно время тянулась к ним рука, я пользовалась, а потом что-то как-то подзабыла про них. Первая — это вот такая вот подводка от Urban Decay. Дарила мне также Света. А, Светочка, большое тебе спасибо и огромнейший привет. Пропала совсем, как-то мы потерялись, но, ну, думаю, что напишешь. Вот, очень красивые блестки. Красиво смотрится в качестве подводки. Такой, как топер на подводку, например, на черную, да. На какие-то такие темные оттенки наносить очень красиво. Я поставила отметочку и хочу их использовать. И вот такую подводочку от Avon мне дарила уже Анюта. Анюта, большое тебе спасибо и огромнейший привет. Это Марк. Тут... Ну, я тут не буду номера никакие показывать. Мне здесь не совсем удобна щеточка, поэтому, ну, вот этот вот кончик. Я поэтому буду использовать ее другой кисточкой. Но оттенок очень красивый. Вот, хочу ввести в проект, чтобы она у меня не засохла, не испортилась, а чтобы она у меня... была в использовании, потому что подводка очень красивая. И жалко будет, если она просто пролежит, засохнет. Тем более это подарок. И даже поверх вот этой вот подводки, если нанести вот эти блестки, будет очень красиво смотреться. Такая металлическая подводка, бордовая. С огромным удовольствием буду использовать. Так, вроде по теням это все. Дальше карандаши давайте для глаз с вами посмотрим. Значит, у меня участвует карандашик вот такой вот коричневый от Vivienne Sabo в 303 оттенке. Я фото данного карандашика вам прикреплю. Не знаю, насколько он стал меньше, но я им время от времени пользуюсь. Такой вот. И как каял, и как в качестве растушеванной стрелочки, например, как вот подложку использую карандашик. Мне нравится. Мягкий, хорошо растягивается. Так, дальше. Еще... Вот такой вот от Art Deco. Я также вставлю фото. Тоже им периодически время от времени пользуюсь. А вот. Нравится. Такой оттенок. Следующее — это черный каял от Vivienne Sabo. Фото вставлю, но я не знаю, насколько здесь будет виден какой-либо результат или прогресс. Swatch давайте нарисую. Тоже время от времени я им... К нему прибегаю. И карандашик зеленый, также Vivienne Sabo в 08 оттеночке. Фото я вставлю, я его точила, я им так, ну, неплохо пользуюсь. И тоже давайте swatch вам нарисую. Тоже и на слизистую, и как подложку. Просто на нижнее веко бывает использую под какие-то зеленые тени. Вот такие карандашики у меня участвуют в проекте. Конечно, карандашиков хочется еще подкупить, но прежде чем подкупить карандашики, нужно хотя бы использовать что-то из вот этого арсенала.
А вот здесь кандидат, наверное, в пустышке, в, ну, такой больший кандидат в использовании. Это вот этот, но не за следующие 2 месяца. Хотя бы до конца года 1-2 карандашика использовать будет очень даже неплохо. Дальше. Тональная основа. У меня участвует вот такая. У меня их участвует 2, но пользуюсь я только вот этой вот Fit Me. Пока что от Maybelline. Это матовая тональная основа с матовым финишем. 105 оттенки, светло-бежевый. Ее было вот так, сейчас ее вот так. И если на нее подналечь, в принципе, я думаю, что закончить ее можно за 2 месяца. Попытаться, постараться, что я, в принципе, и сделаю. Но мне данный продукт не нравится. Хочу уже я как-то с ним попрощаться уже. Да, мне нравится финиш, но мне не нравится, что просто подчеркивает все текстуру, подчеркивает, проваливается в поры. Тон может выровнять, но с этим выровненным тоном вы будете видеть все свои вообще шелушения, которых у вас никогда не было на лице. Провалится вам в поры, подчеркнет вам вашу сухость. В общем, для меня этот продукт мимо. Так, дальше. Консилер. Консилер у меня участвует 1 пока что. 1 я закончила в первом отчете и ввела вот такую шайбочку от марки Catrice. У меня в оттенке 0.10 Ivory. Так, у меня фокус. Ты перестал фокусировать. Вот. Фото я вставлю этого продукта. Убавился. Да, убавился. Вот по бортикам он убавился. Классный продукт. Хорошо все перекрывает. Он плотный. Может немного подсушивать. Но я наношу в не толстый слой, в такой достаточно тонкий слой. Немножечко. И все хорошо у меня с этим консилером перекрывается, ничего не сушат, синяки перекрывают хорошо, какие-то, нежелательных друзей тоже перекроет, поэтому все замечательно. Дальше пудра у меня 2 штуки. Первая рассыпушка от марки Tous. Я не буду вам показывать результат, потому что когда я ее переворачиваю, она высыпается просто. Вот сюда, вот. Вот, видно, да? Пудра классная. Я и как самостоятельный продукт использую, и под глазки, и, например... полетела. И закрепляю ей тени, например. Под бровью, грубо говоря, там, да? Базу под тени закрепляю, в общем... Хорошая пудра, мне нравится, буду ей продолжать пользоваться. Хочу до конца года ее использовать. И еще одна пудра, это марка La Mer. Я не буду на ней останавливаться, она классная, она замечательная. Фото я прикреплю на начало введения в проект. Здесь очень хороший прогресс и результат данного продукта. Но смысл о ней говорить нету, потому что... марки на нашем рынке нету, и на ней останавливаться смысла просто нет. Скульптор у меня участвует 2 штучки. Значит, это скульптор из палетки Fares. Я вставлю фото на начало проекта, как она выглядела. Сводчик давайте сделаю. Потихонечку он у меня убывает, уменьшается. Вот. Он такой имеет кирпично-красный подтон, поэтому с ним желательно не борщить. Может напятнить, но при этом неплохо тушуется. Напятнить может, но тушуется хорошо. Так.
А дальше продукт от марки Rimmel Sculptor я добавляла в первом отчете. Также фото я прикреплю данного продукта. Он уже для меня более носибельный, нежели чем предыдущий. Видно, да, что потон уже другой, и он ближе к моему цвету кожи. Поэтому потихоньку пользуюсь. В принципе, один и другой мне нравится. Как они работают. Так, из скульпторов это все. Дальше румяна. У меня участвуют румяна две штучки. Значит, первое это из палетки Ruby Rose. Такая вот, пинки. Я вставлю фото на начало проекта, и продукт у меня очень неплохо уходит в использование. По фото, я думаю, будет видно. Давайте вам сделаю свотч. Хорошая румяна. Пользуюсь ими с удовольствием. Они такие, знаете, такие бледно-розовые румяна с золотистым отливом. Шиммерные. Ну, не шиммерные, а такие сатиновые румяна. С удовольствием ими пользуюсь. Давай тут так вот положу пока. Так, и еще одни румяна, которые я ввела в первом отчете. Это Vivien Sabo. Также фото я прикреплю на начало введения в проект. Очень классные румяна, но они просто неубиваемые. Они какие-то, я не знаю, дубовые что ли. Но на щечках они выглядят просто супер. Здесь вот. Но их не будет видно. Такие вот они. Нежные-нежные. Но их, к сожалению, не видно. Хочу их в этом году постараться. Постараться закончить до конца года. Так. Ну, не видно здесь. Не видно. Они прям такие нежные-нежные. Персиковые. Ну, такие персиково-розовые они какие-то. На каждый день это прям находка. Так. Дальше идем, по-моему, по хайлайтерам. Значит, хайлайтеры. У меня участвуют три. Один показывать не буду, там прогресса, результата никакого нет. Покажу вам вот этот вот хайлайтер из палетки Fares. Вставлю фото. Небольшой прогресс, но есть. Очень хороший хайлайтер. Я его раскусила, распробовала. Как-то сначала мне он не очень, но сейчас прямо понравился. С огромным удовольствием использую. И, естественно, до конца года хочу его доиспользовать, добить. И, наконец-то, с этой палеткой попрощаться уже хочется. Но не знаю насчет попрощаться, потому что вот этого я не знаю, насколько до конца года успею я закончить, не успею. Но хотелось бы от этой палетки избавиться. Все-таки уже давненько она у меня в коллекции. Такой вот оттенок. Видно будет? Нет, надеюсь, видно. И еще один хайлайтер. Также я фото вам прикреплю. Это от Ruby Rose. Он у меня разбился. Вот так вот покажу. Galaxy. Фото вы видите. Очень яркий, но распадающийся на мелкие блестки.
хайлайтер. И выглядит это красиво. Но он очень здорово вшлифовывается просто в кожу. Сияет шикарно. Мне продукт очень-очень нравится. Он мягкий, он, конечно, рыхлый. Но он бомбезный. И палетки у Ruby Rose имеют такой аромат. Не всем он будет нравиться, но тем не менее аромат этот есть. Мне он нравится, меня он не отпугивает, не угнетает, не раздражает, поэтому я спокойно как бы пользуюсь. И хочу ввести еще один хайлайтер, который у меня тоже был долго-долго в Project Penny до этого года. Это из палетки Revolution, вот такое сердечко. Это получается уже, у меня тут есть золотистый, у меня есть розовый, у меня есть бежевый, и теперь у меня будет сиреневый. Тоже фото я сделаю. Это такой холодный оттенок, и мне хочется им пользоваться. Он, конечно, хорош больше в зимнее время, потому что он такой холодный. Вот. Но иногда под какие-то такие холодные макияжи его просто не хватает. Поэтому, конечно, вот этот вообще выбивается среди этих продуктов. Так что ввожу. Многие скажут, очень много берешь в проект, очень много вводишь, но когда косметика в принципе расходуется, прогресс и результат виден, я думаю, что просто, ну, грех не взять. И когда, тем более, ты видишь, что у тебя, например, есть хорошее донышко, то рука, она как бы автоматически к этому продукту тянется. Дальше, карандаши для губ. У меня участвует карандашик от Eveline в каком-то там, по-моему, сливовом оттенке. Я фото вам вставлю на начало проекта. Я не знаю, насколько здесь будет виден результат, но я им пользуюсь. Время от времени я им пользуюсь. Вот, классный карандашик, классный оттенок. С огромным удовольствием пользуюсь и хочу до конца года его доиспользовать. Следующий карандашик, который я бы хотела добить все-таки за 2 месяца, это малышка от L'Etoile. Я вставлю фото, не знаю, что тут изменилось, не изменилось. Это по такой, знаете, коричневый нюд, я бы сказала, карандашик. Вот. Но хочется уже этот огрызочек доиспользовать. Еще один карандашик Vivienne Sabo в 104 оттенке. Я также вставлю фото. Не знаю, что тут, какие результаты будут видны, но, по-моему, я точила этот карандашик. Вот. И я им с огромным удовольствием пользуюсь. Тоже оттенок такой носибельный. Классный, мне нравится. Есть у меня еще один такой сиреневый перламутровый карандаш Коля 90, но я его использовала буквально один раз. Точить не точила, результатов нет, поэтому показывать смысла не вижу. Так. Написано у меня 5 штук, но пока насчитала 4. Почему 5? Ну ладно, вроде больше никакой карандаш я не забыла для губ. Если что-то забыла, то покажу в следующем отчете, я потому что не помню. Блески для губ. Блески для губ у меня участвует вот этот вот от марки Ruta в номере, на каком
22-м. И он у меня практически закончился. В пустышке пока не считаю, там еще продукт есть. Его на начало введения в проект было вот так. И теперь его вот так. Тоже уже вынула ограничитель. Вот. И пытаюсь как-то остатки собрать со дна, потому что классный блеск, мне нравится. Так, куда бы его поставить? Давайте вот так поставлю. Или положу вот так вот. Вот он наверху. Очень красивый. И второй блеск. Это Белор Дизайн, серия Пати у них была, у меня в в тоне первом. Мне не нравится сам так этот молочный оттенок. И как в качестве домашнего блеска я его использую. Было его вот так, сейчас его вот так. То есть он у меня уходит, расходуется, и мне это нравится. Прошу прощения, тут у меня соседи сверху веселятся, если вы слышали смех. Вот он практически такой незаметный на губах. Допустим, отвезти ребенка в школу, на улицу выйти с ним, прогуляться с ребенком. Когда вот, если, например, я вообще не крашусь, то просто наношу блеск на губы и пошла. Хочу ввести в проект блеск от Ламель. Серия Призма в 0,4 оттенке, его осталось немного, где-то, мне кажется, вот так вот его осталось. Я потом все меточки сделаю, хороший блеск, мне нравится, с огромным удовольствием я им пользуюсь, использую его, на губах выглядит очень красиво, прям такой холодный, я бы сказала. Холодным выглядит на губах. Вот, сверкает, переливается, конечно, красиво. Ввожу в проект. И также после первого отчета я нашла вот этот вот блеск от Pat McGrath. Мне дарила также Светочка. Вот. И я его стала использовать. Фото я сделала, но... особо я его пользовалась, у меня тут просто есть остаточки на крышечке, я пользовалась крышечки, а отсюда я не брала. Тоже такой красивый вот он, дуохромный, мультихромный, я не знаю, в общем, голографический, давайте так скажем. Очень красивый блеск, просто невероятный. В одном из макияжей он у меня был, также на канале есть вот этот макияж. Теперь уже официально ввожу его при вас. Так, и что касается помад. Теперь у меня будет блеска 3 штучки участвовать. Помады у меня участвуют 2 помады в стике, но я ими пользовалась буквально раз-два, там результата нет. 3 продукта у меня матовых. А для губ тоже пользовалась, но результата не видно. И хочу ввести еще 2 продукта для губ. Я, вы знаете, девочки, что подумала, может быть, мне продукты для губ сделать отдельным, как бы, проектом помады, да? Ну, типа, Project Pen помадный. Или же оставите в проекте. Напишите, пожалуйста, как вам было бы удобнее смотреть. В проекте или отдельным проектом. Добавляю я вот этот продукт Диваж. В номере 04 это матовая помада. Я ее уже пользовалась. Мне нравится. Вот даже стопер вынула. Тут не так много продукта. Потом его нарисую. Много, конечно, нанеслось, потому что ограничитель вытащила и, соответственно,
Так, добавляю. Давайте вот сюда, что ли, положу, чтобы было видно. Или вот сюда вот давайте. И хочу добавить вот эту малышку. Это Golden Rose. Оттенок не знаю. Тут, наверное, он был на этикетке. Этикетка, к сожалению, вот плохо у меня оторвалась. Хочу тоже ее использовать, эту малышку. Тут не так много продукта. Она, конечно, яркая, прям такая. Не на каждый день, но под какие-то макияжи она будет неплохо подходить. Вот такие два оттеночка я ввожу в проект. Ну и последнее, что у меня в проекте участвует, это спрей-фиксатор от марки Beauty Bomb Prep Set Glow. Как же он мне нравится, вот так я его использовала. Классный. Вот сейчас весенний, летний период. Это прямо вот находка. И жалко, что сейчас в магазине его нет. Я бы его себе с большим удовольствием повторила бы. Слои макияжа скрепляет хорошо. А мелкий такой блеск. Мелкие блестки деликатные. Просто шикарный продукт. С огромным удовольствием я им пользуюсь. Итого у нас с вами за второй отчет вышло 4 пустышки. Да, это не 11, как в первом, но все же они есть. То есть любая, пускай даже 1-2 пустышки, это уже маленькая победа. Итого у нас получается в первом отчете было 11, 12, 13, 14, 15 пустышек за 2 отчета. Общее количество продуктов я не считала, потому что их прибавляется с каждым отчетом, поэтому я не могу сейчас сказать точное количество продуктов. Потом посчитаем уже в конце года, сколько останется продуктов и сколько уйдет. Вот такой был отчет по проекту Project Pen добивашки за эти 2 месяца. Пишите, как вам. Возможно, какие-то ваши предположения, что может уйти, что хорошо поубавится. Обязательно буду ждать обратной связи. Всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. И всем пока-пока.